Это я. Нам понадобится автозак, чтобы вытащить Кэнди. Устрой засаду у въезда на Райкерс и угони тот, что там ездит. Делай все, что необходимо, только не разбей его. Когда будешь чист, отгони автозак в мастерскую, чтобы его починили. Будь готов к сопротивлению. Сейчас уведем автозак этот. Господи, у них нехилые пушки. Сейчас уведем автозак этот. Господи, у них нехилые пушки. Видите?
Защитите фургон! Сейчас посмотрим, как с этим управляться. Где это я? Охранник из тюрьмы, в которой сидит Кэнди, продает свой спортивный автомобиль. Изобрази интерес, разведи его на тест-драйв и припугни этого тюремного умника. Люди становятся сговорчивее после того, как наложат в штаны от страха. И дай на лапу за причиненные неудобства, чтобы он помалкивал. Спасибо. Хочешь на ней прокатиться? Конечно. Посмотрим, на что она способна. Шикарная машина. Почувствуй, какая мощь! Эй! Куда мы так гоним? Мистер, здесь скорость ограничена. Меня сейчас... Так, теперь я задаю вопросы, а ты отвечаешь, понятно? Ты маньяк! Вот и отлично. Сколько охранников на кухне в дневную смену? Черт-то не знаю я. 6 или, может, 8, когда пересменка. Второй вопрос. Они хорошо вооружены? А ты как думаешь? У них дробовики. Да не гони же ты так! Куда мы так гоним? Вывернет! Мистер, здесь скорость ограничена! Бедуля! Давай вернемся, пожалуйста! Уже скоро. Как проще проникнуть туда? Плац для прогулок, южная стена, там идет ремонт, боже! Давай слегка помедленнее. Мистер, здесь скорость ограничена. Нет, не надо! Бледуля! У тебя неважный вид.
За сколько приезжают легавые? Обычно минут через 7. Ты меня убить хочешь? Мистер, здесь скорость ограничена. Ты маньяк! Давай слегка помедленнее. Мистер, здесь скорость ограничена. Нет, хватит! Мистер, здесь скорость ограничена. Господи, ты же нас угробишь! Куда мы так гоним? Мистер, здесь скорость ограничена. Ты маньяк! Мистер, здесь скорость ограничена. Какой кошмар! Ты маньяк! Мистер, здесь скорость ограничена! Мистер, здесь скорость ограничена! Нет, не надо! Спасибо. Машина и правда спортивная. О нашем разговоре никому ни слова. Ага. Учти, я знаю, где ты живешь. На твой банковский счет поступит милый подарочек для подкрепления нашей сделки и за уборку в салоне. Еще увидимся. Эй, амиго! Отличный день, чтобы покататься. Я внес тебя в пару заездов на треках в Ханспойнте и в Лагарде. Подвох в том, что везде я поставил не на тебя. Ты лихо начинаешь, парень, а потом хулиганишь. Позаботься о том, чтобы выиграли мои люди. Любыми средствами. Даже не думай о первом месте. Пора браться за дело, парень. План ты знаешь. Бери автозак и отправляйся на Райкерс. Наш приятель из охраны пропустит тебя через первые ворота, вторые откроются автоматически. Направляйся к бульдозеру и пробей себе путь через стену. Начнется неразбериха, а ты пройдешь внутрь и отыщешь Кэнди. Он должен быть где-то на кухне. Найдешь его, марш к фургону, на котором привозят еду, он припаркован за кухней. Сматывайтесь тем же путем, что ты приехал. Только не приведите за собой копов.
жизни более тормозной тачки не встречал. Такое впечатление, будто назад едешь, а не вперед. Зараза, да это пытка прямо, она еле тащится. Надо сказать Рэю, чтобы нитро поставил. Ну и развалюха. Не стойте здесь, прошу вас. Я скажу, что ты приставил мне к виску пушку и отрубил телефон. Действуй.
кольца! Здесь он не пройдет! Он идет к кухне! Ты кто такой? Чёртова мать Тереза? Почти. Мне Бишоп поручил тебя вытащить. Прокатимся перед ужином, подальше от этого бардака. Чёртов умник! Как они там с тобой обращались? А ты как думаешь? Ну, я пытаюсь поддерживать беседу. Хреново, одним словом. Я бы и не оказался там, если бы некоторые идиоты делали бы все так, как им сказано. И что толку мне было просчитывать все до сантиметра, если они не в состоянии даже квартал найти? И когда я говорю «сейчас не время», это значит «сейчас не время». Это ты про меня? Я думал, это план Бишопа. Да не о тебе речь, кретин. Я про то дело, за которое меня посадили. Так надо с профессионалами работать. Да. Спасибо за совет, умник. Очень вовремя. Они и называли себя профессионалами. Да всегда, пожалуйста. Ты о чем? Ну ведь я и Бишоп, мы вызволили тебя, так? Да, точно. Только я там и не должен был оказаться, кретины чертовы. Ты вообще водить-то умеешь? А зачем тогда Бишопу было обращаться ко мне? Да, отлично. Смотри, чтобы они меня не повязали на этот раз. Нормальный план побега у тебя есть? Вроде бы от копов оторвались. Ты специально стараешься, чтобы нас загребли? А нормальный план побега у тебя есть? О, нет. Ты специально стараешься, чтобы нас загребли? Блин, у меня до... Ты кто такой? Как они там с тобой обращались? А ты как? Черт, как же здорово из этой дыры выбраться! Придурок тебя водить учил! Эй, мужик, аккуратнее! Прошу прощения. Блин, у меня дурное предчувствие! Нормальный план побега у тебя есть?